Несколько дней назад на перекрестке улиц Ленина и Горького произошел конфликт между жителем Искитима и жителем Бердска, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью 42-летнему искитимцу. Пострадавший был доставлен каретой скорой помощи в хирургический корпус Бердской горбольницы с признаками тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Сотрудники Бердского отдела МВД установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 31-летний, ранее несудимый житель Бердска. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111. 11 Уголовного кодекса за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Несколько дней врачи Бердской центральной городской больницы боролись за жизнь 42-летнего мужчины. Однако спасти его так и не удалось. В субботу, 30 сентября, он умер в отделении реанимации. В настоящее время уголовное дело переквалифицировано с 1 на 4 часть статьи 111. Расследованием занимается Следственный комитет. Бердчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.